24-летняя Анастасия Решетова поделилась трогательными семейными моментами. Молодая мама сняла возлюбленного вместе с маленьким наследником. Первая вице-мисс Россия, 2014, показала эмоциональные снимки 36-летнего Тимати с 4-месячным сыном Ратмиром. Они позировали в московской квартире. Музыкант держал малыша на руках. Рэпер высоко поднял сына, который поблагодарил его задорным смехом. «С папочкой чувствую себя суперменом», — прокомментировала фото Решетова. Кадры, сделанные посреди залитой светом комнаты, получились атмосферными и очень позитивными. Это отметили фолловеры, которые осыпали семейство комплиментами и пожеланиями. Невозможно не улыбнуться при взгляде на эти фотографии. Идиллия, боже, какое счастье иметь такого малыша. И мужа, и свекровь, и богатство, он очень похож на вас. Проскальзывает мимика Тимура, но в целом черты ваши, мамин сын, очень похож на Настю. Нет, папина копия, добра вам. Какой сладкий малыш, красивая и замечательная семья, вы такие классные. Здоровья ребенку, радости вам и счастья безмерного. Тимати так идет отцовство, супер, — отметили фанатки звездной семьи. Анастасия также опубликовала совместное фото с избранником и их младенцем. Она восхитилась своими любимыми мужчинами. «Я и мои защитники. Без вас мы никуда», — подчеркнула Шатенко. У Тимати есть дочь от отношений с фотомоделью Аленой Шишковой. 5-летняя Алиса быстро нашла общий язык с младшим братом. Девочка с удовольствием проводит время с мальчиком. В минувшие выходные старшая наследница основателя лейбла Black Star отдохнула с Ратмиром в бассейне. Симона Юнусова показала забавные моменты с обожаемыми внуками. Анастасия Решетова обнародовала архивные кадры с худым сыном. Она объяснила выбор редкого имени для первенца.